Всем, посмотрите, какая вечером красота. Сегодня у нас 5 апреля. Это у меня с того года остались цветочки. Смотрите, как расходится. Весна наступает, они разрастаются. А вот эта красота вообще. У меня с этой стороны вот такие вот. С этой тоже немножко такие же красоты. Смотрите, а здесь прям, я не знаю, а здесь вот другие чуть-чуть. И вот это все сегодня 5 апреля, и у меня все распускается. Тут у меня, конечно, есть еще вот такие стычки яркие. И где-то у меня затерялись тюльпанчики. Посмотрите, какой тюльпанчик. Он просто в этой красоте затерялся. Его надо пересадить. Завтра, видимо, откроется. Смотрите, какая красота. Вообще, обалдеть. Конечно, тут и розочки. Они уже, видите, начинают, скоро зацветут тоже. Обалдеть. Моя полянка немножко тут зацветает. Вот это вот еще все зацветет. Это еще первый такой слой. Вот эти вот пораньше. Смотрите, как красота. Это я сейчас вечером снимаю. На телефоне показывает, что светло, а на самом деле уже сумерки. Вот такая. Там у меня вазончики, которые я буду. Это все зацветет. Всем приятных выходных. С вами была Алена. Делюсь своей красотой. Приветик всем. У меня тут красота лезет. И залезла. Качаюсь я на качельке. Давайте вот так вот сделаем. Что красота моя пришла? А? Мелисса, иди сюда. Мелисса, иди сюда. Мелисса. Иди сюда. Мелисса, иди сюда. Мелисса. Мелисса, иди сюда. Вот. Мы тут с ней на качельке. Добрый вечер всем. Сегодня 5 апреля. Пятница. Вот. Давно я не выходила сама на связь. Я одела просто халат, а так тепло. Я просто одела халатик. А так, по идее, вот в футболке можно. На улице очень тепло у нас. Мелисска тут ко мне ластится. Сейчас покажу вам нашу любимую Джисюню. Так. Подождите, как-то я не могу включить. Джисюнька. Так, что-то не то включается. Не могу. Мелисска спрыгнула. Вон наша любимая Джисюнька. Тут косточки погрызла, да, Джисюнька? Джисюнька. Наша любимка. Вот, вот так вот. Да, Джисюнька? И Мелисска тут. Все тут у нас, да? Это что у нас опять? Все хорошо? Джисюнька, любимая лапка. Да любимая собака-то такая любимая. Да и кошки-то любимые все, да?
тобой все хорошо? Да, моя сладкая. А? Ты моя неженка. Так, ну хотела-то я, конечно, с вами поделиться не этим. Не когда кошки меня тут обнимают, целуют. Я хотела поделиться с вами вот цветами. Смотрите, какая красота. Тут еще и мелиска за мной бегает. Смотрите, какая красота у меня расцвела. Вот здесь вот они с немножко с таким сердечко желтенько-красненькое. Вот это все уже расцвело. Оно смотрится шикарно. Снимаю я вечером. Тут есть и вот такие вот шикарные, крупные такие прям. Есть такие немножко. И вот эти еще вот расцветут. Они еще не расцвели, не все, но они есть. Вот. Да, мелиска, да ты моя лапка. Да все тут около меня, да, цветочки показывают. Ну а так, смотрите, вечером уже закат. Смотрите, какой закат. И вечером смотрится вообще шикарно, конечно. Сейчас мне не показать вам, как персики цветут. Вот эти клумбы. Это моя гордость. Это моя любовь, которую я уже лет так, ну, наверное, 5-6 точно выращиваю. Вот. Ну, запрыгивай уже. Мелис. Мелис. Ты запрыгивай уже. Ну, запрыгивай. Вот. Это мои. А там вон наша чешенька сидит. Балдеет. Давно меня не было. Скучаю я по вам всем.